Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого, непоколебимого духа. В 98-м году Котвицкий ставит рекорд. Кончиками пальцев разбивает 2 дюймовых доски. До Дмитрия совершить подобные достижения не удавалось никому. Постоянное испытание себя – то, чему Котвицкий учит в своей школе. Здравствуйте всем, кто меня слышит и видит. Отвечать на вопросы не всегда просто, но это нужно делать для того, чтобы люди понимали, что такое школа Кайман, что это за система подготовки, кто в ней, когда она начала свою работу и вообще, что это такое. Разные люди задают разные вопросы. В частности, Аркадий написал почему-то в такой достаточно жесткой форме, что в нашей школе с людей берут деньги. Я не знаю, чем обусловлены его слова, но я никогда не брал деньги со своих учеников и брать никогда не буду. Все дети у меня лично занимаются бесплатно. Впрочем, как и взрослые. Все, кто приходит в школу Кайман, не вносят никаких взносов. И я не беру ни с кого мзду, тем более никакие проценты и ни за что. Все занятия в школе Кайман у меня, во всяком случае, бесплатные. Возможно, как и всегда во все времена, люди, которые пытаются заработать денег, иногда... Я в этом убеждался несколько раз, называет себя школой Кайман. Есть такие люди, которые никакого отношения не имеют к нашей школе единоборств, но тем не менее в разных уголках России, в Подмосковье и даже в Москве называет себя школой Кайман. Может быть, вы оказались как раз у тех людей, которые так себя называют, но утверждаю, по-прежнему это несложно узнать. Все тренировки у меня в школе с моими учениками, ученицами, со взрослыми, с детьми проходят бесплатно. Я думаю, что я ясно ответил на те слова, которые человек выразил в письме в интернете. На протяжении всей нашей жизни мы будем стремиться реализовать истинное предназначение пути Кёкусин.